Так, ну что, ребят, все, я здесь, пора стартовать. Короче, сегодня один, насколько понимаю я. Вот, браток против Вейва, первая у нас игра, соответственно, да. Буду рекламу, чуть сегодня еще не рекламу даже не врубал ни хрена. Бывает что. Все, все готовы, поехали. Так, спасибо, Фибоначчи, большое. Спасибо за инфу, ребят. Ну вот, за старые смайлики спасибо. О, и топор вернулся. Это круто. Все, респектон вам большое, большой. И царь остался. Отлично, отлично. Ну и до нового, кстати, слота уже немножечко совсем осталось. Да еще одного смайла я пока не знаю, как, правда, что там пильнуть. Вот. Поехали, ребят, помните про то, что... Про то, что, блин, играл я тиранами, у меня маленечко пригорело. Вот. В ФП надо почаще играть, чтобы не пригорало. Вот. И помните, что поддерживать нужно, естественно, меня и мой канал. Отключать отблоки, подписываться на премиум. Ну и по реквизиту описания через плеер поддерживать. Так, гладиатор. Не понял я, что там где тормознулось. Ничего нигде не тормознулось. Или я хз вообще про что ты там говоришь. Вот, ребят, браток против Вейва играет. Технические моменты все заканчиваю. Так, Starline is back. Стримлю я. Не понял, а что там делает гуру, гуру ПЛ. Как он туда вообще попал? Дурачок этот польский. Вот, пригарный. Но, тем не менее, неплохого уровня. Вот. Здорово, Элюх. Игра приостановлена. Не, лунтика... Лунтиков не будет. У меня были там идеи, но посмотрим. Еще пока не знаю, что там.
Что-то случилось, у Эйва не знаю, что случилось. Короче, Рипер уже два линга зашатал. Живет. По рабам уровень. У Паши тут факта. Барак на реакторе. Сейчас старпорт ем. Здесь третья хатка пошла. На самом деле этот... Что-то я подзабыл, у меня была какая-то идея о каком-то смайле еще таком интересном, пост царя. Мы что-то обсуждали там даже. Так, Паш, готов. 3-2-1, пишет Вейв. Все, поехали. С моего бича есть, о чем ты вообще говоришь? Другого уже не будет, какой есть. Ладно, разберемся, неважно, какой еще пока 180 премиумов до нового смайлика. Но учитывая, что ноябрь будет месяцем, тогда тем, где будет, ну, решать весь этот рейтинг, там, премиум и поддержка, вот. А в топовый месяц у меня было 334, по-моему, премиума максимум, как бы, лично. То я думаю, в ноябре мы точно 180 пройдем, а то, я думаю, и больше пройдем. Вот. Кстати, интересно, может ли гранаткой лингов скинуть отсюда вниз сюда на вот эту приновину? Мне кажется, что навряд ли. Вот, ну, иногда через рампу-то перекидывать, через здание, но здесь-то все-таки не здание. Есть другой расклад, заезжает браток на вторую базу, 4 гелика здесь есть. Ой, как жгут жестко, ой, как линги прибегают, линги еле-еле протиснулись, но браток Кей уже сжег 4 дрона и лингов пожег. Братоки, он же Бредок, или Бредок, вами на американском турнире, помню, каком-то играл, там был Бредок, Бредок, такой никнейм. Вот, Вейв пытается контрзабегание сделать, ну и чё, лингов-то много, чего-то он забоялся, не знаю. Надо было вовремя соображать, браток уходит на рампу, хорошо встал здесь, гелики вообще адово жгут просто, смотрите как. Не получается у Вейва ничего сделать. Ну, молодой, агрессивный, что тут говорить. Ну, агрессивно полез по неопыту, получил в бороду, как бы успокоился. Все, но еще пока пыжит. Не срубил, не срубил, браток, с удара, что называется, все-таки. Заходят Бэйны, заходят линги. Куда они пошли? В какой, блин... Наверх надо было лезть, короче, выбивать депошки. Ну, тут столько геликов, что уже и не депошки, ничего не выбить. Короче, в итоге туда-сюда зер ходит и что-то отдается. Ну, вот сейчас Беллинги, кстати, с геликами все-таки встретились и развалили несколько гелионов. Пытается Вейв еще дальше идти. КСМ-ки, браток, вот 10 рабочих минуснул. Но у него-то тоже 10 погибло, обратите внимание. И остается 12 дронов. Это вообще жесть. И 10... Так, 10 лингов троится, это ГГ, ребятки. 10 сэшек строится. Что-то немножечко тащил, Вейв, что-то не дотащил. Привет, Костик Киев. Всем привет, вторую игру ждем. Ну, наверное, не центральный матч, конечно, это предполагаемый центральный матч, потому что явные два фаворита Браток и Коу здесь. Наверное, будет матч Венеров Браток против Коу. Ну, сложно о чем пока говорить. Неизвестно вообще, кто там кто пройдет дальше. Так, Моник поднять еще маленько, не знаю. О, вот так вот можно. Так, пошел инвайт, отлично. Как-то низко прям.
Так, Zoran44Rus, я в эту игру не играю, с твоими комментариями все понимаю, так держать. На Twitch всем привет, привет в Кострому, привет тебе, Zoran. Спасибо, что смотришь, вот. Спасибо, что нравится, вот. Ну, в StarCraft поиграй тоже как-нибудь, если в игры играешь, потому что... Хотя, с другой стороны, да, как бы StarCraft тяжел. Так, не понял, это 17.33, это сегодня чуть по рублю кидали? Это сегодня кидали, по-моему, да? Ага. Игра. А я и не вижу, что я богатею на глазах просто. У меня... Так. У меня что-то 2 рубля зашло. А я и не вкурил. Игра возобновлена. Поехали, ребят. Что-то Вейв попросил паузу, не знаю почему. Браток, конечно же, согласился. Привет, Скалин на Твиче. Алекс, 45. Давно, наверное, ты спрашивал. Нет, никто ничего не пилит. Все в порядке. Это моя работа, деятельность и т.д. Ну, посмотрим, кто пройдет. Я могу быть неправым, да, как бы, по поводу этого. Контрол своим явно сдаваться не собирается. Вот твой, посмотреть, что играет. Wailing Bust. Но! Если ты играешь такой билд, какого же черта ты не идешь вообще никуда в разведку? Куда атаковать-то идти, вот мне не понимаю, Вейву. Сейчас. Он идет в центр. Мув уже более чем наполовину готов вот сейчас. 43 секунды уже доделается. Бежит куда-то налево. Ну, не знаю, что там налево получится сделать. Здесь второй барак пошел. Рипер летит наверх. Браток тоже не знает, где его оппонент живет. Так, интересно прям. То есть, как бы вейв... Понимает, что браток уже здесь, что ли? Или он просто здесь овером собирается проверить? Ну да, типа сюда овер залетает, а сюда пару лингов прибегает. Видит вы, что происходит. Надо сгрызть КСМ-ку. 4 Вейна морфится, КСМ-очку подгрызть. 2 линга делается. Факта барак. Здесь линги рипера принимают сейчас уже. Побежало много реально вперед. А 4 Вейна-то недостаточно для депошечку. Понимаете, в чем прикол? Нужно же... Я чуть не вкуриваю. А как Вейв собирается дальше давить-то ведь 4 бейнов? И сейчас браток вот это... Ага, еще морфится, да. Ну вот это ошибка, посмотрите. Вот сейчас можно было просто идти убивать. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Ну, блин, вместо 5 бейлингов 4, и прямо сейчас идти невозможно убивать. Ну зато взорвется с 7 в итоге бейлингами Вейв. Так, нужно ходить. Кривейшие взрывы беллингов, объясню почему. Нужно взрывать барак, и тогда обе депошки погибнут с двух сторон. Успел бункер достроиться, у братка Марики садятся, пишем ГГ, выходим, это называется. Очень сумбурное исполнение, хотя по таймингам можно было просто уничтожить. Это 100% расклад, ребят. 4 бейна вот здесь было вместо 5. Нужно, как только ресурсы были, сразу 5-го заморфить, как только отменил ЦС-очку и брат... Ну, вот КСМ-ку здесь рипер убил, браток отменил, надо было сразу ворваться и взорвать. Но, к сожалению, вот так. Ну что, ждем контрола кол. Ну что ты, тебе бегать будешь, что ли? Каля на глющая, иди. Иди. Иди, не рычи, не бухти. Иди.
Иди к маме, Чарли. Так, ну что, ждем следующую игру, ребят. Так, рекламку пильнул, ребят. Про поддержку не буду каждый раз говорить. Про премиум и помните про все дела. Вот. Контрол против Коу. Ждем. Так, андернейм, браток Квин. Короче, создаю, ребят, приглашаю в игру Control of School. Браток тоже заходит, я вижу. Сейчас узнаю. Все, поехали, ребят.
Браток здесь, у него 2 минуты задержка, я даже меньше 90 секунд выставил. Короче, начинается игра, погнали. Ну что, контрол против Ку, поехали. В принципе, Ку здесь тоже явный фаворит, но не знаю, мне кажется, что контрол не то, чтобы Вейва сильнее, но как против Ку, мне кажется, он получше, чем Вейв против Братка сыграет. Может, я, конечно, не прав. Вот. Пробочка на разведку, все стандартно. Первый день челленджера себя сегодня, ребят, Starline, это такой у нас турнир, именно, ну, челленджер. Суть его проста, как бы, чтобы попасть в главный турнир, должны побиться еще игроки. Еще есть юниорские отборочные к челленджу. Так что тут дело такое. Кстати, я не знаю, есть ли какой-нибудь призовой у нас на челленджере или нет. Это вопрос хороший. Вот. Мне кажется, что что-то там должно быть, потому что на ГГ-то события есть. Хотя я не уверен. Так, пошла ЦЦшечка. Так, Рипер летит вперед. Пилончик у Коу третий запилен здесь. Ну, сейчас Рипер прилетит, может получить, на самом деле, больно от Мазер Коракс. Коу вовремя уходит, гранатку кинул. Сразу же свалился сейчас. Моментально просто. Завершена. Так, на Сбер приходит от 1000 от Василия Васильевича. Спасибо тебе, Алиса. Так, сейчас я все здесь сделаю. Быстренько. Пока Коу Рипером летает, разведают, я это вижу краем глаза. Там адептик. Это минус Рипер, ребят, только что был. Заблудился немножечко. Завершено. Помню точно, что ты уже поддерживал, поэтому запиливаю тебя и сюда. В топечек, в топес. Так, ребят, все, я здесь, Рипер потерян. Здесь в игре на 100%. Спасибо всем, Громан, за поддержку еще раз. Вот. На СК2 ТВ, на Гудгейме везде, на Твиче, на Виде, кто смотрит, на Одноклассниках, кто смотрит. Так, а что у нас тут-то происходит? Адепт приходит сейчас. Здесь лабо. Так, интересно, какой-то билд у контрола. Полетел медивак прямо Ку.
Через Q-Adept, причем здесь... А, здесь есть минка на второй базе, Steam заказан, и сделается Liberator. Ну, а Q, кстати, играет, между прочим, ребята, в Фениксов, и уже против Фениксов гораздо тяжелее Тирану действовать тем, чем он сейчас, в общем-то, играет. Здесь два барака, Роба, Старпорт, Феникса все больше и больше. Уходит как-то три Марика заблудились, куда ж ты идешь, ты ими... Все, вернул вроде как назад их контрол. Коу не стал ловить. Ну, а мне кажется, можно фениксами это было и поймать бы. Тремя, но двумя не решился. Но вот сейчас три феникса настигают. Собственно, Марика, вот они халявные ребята тут идут. Сразу будет, конечно же, уничтожено. Не обязательно двух одновременно поднимать. Так, ну тут ошибка от Ку, он теряет Феникса, просто контрол здесь, контрол законтраливает, одного убивает, 39-50, в общем-то, по лимиту по итогу, плюс еще два барака, две инженерки делаются, но в какой-то момент саплай-блок у контрола получился, но уходит он от саплай-блока вроде как, здесь у нас что, реактор, лаба еще одна, короче, два реактора, две лабы на бараках, минки строят из факты по одной штучке. Кстати, очень странно, что реактор не добавил. Ну, пока вроде как у контрола тут все так относительно неплохо идет. Пока не запиливает второй газ на мэне. Ну, медивак тоже вычинить не помешало. Вот уже третьей сэшки не наблюдаю. То есть, ну, наверное, контрол хочет давить. Так, прилетает Обску, сейчас будет минки вычищать здесь, кстати, фениксами, достаточно халявно, вот можно подлетать, просто поднимать спокойно и все. Еще одну минку копает здесь контрол, нужно прикрыть бы минки свои вот эти. Очевидно, только одно, есть обсервер, который уничтожен впоследствии. Бах, по фениксу больно пришлось сейчас, если бы вот этот рядом был, ему бы тоже больно сплэшем досталось бы. Второй газ, так контролу не добавляется, типа лимиту. 64-26 пой боевого в пользу контрола. Сейчас будут щиты, сейчас есть сим. То есть все просто, я не знаю, иди убивай вообще. 1-1 грейды. Либератор есть один, сейчас еще два вылезет. Че контрол сидит, не пойму вообще. Вот либератора снял, сейчас может пойдет он все-таки вперед. Похоже, что пойдет. Причем можно во время выхода еще и цеху закатить. То есть у Когиты еще просто, ну... Только добавляется некоторые крылья. Так. Что-то контрол не стал стимпачить. Можно было убить феникса, по-моему, на стиме здесь спокойно. Дестабилизатор первый строится. Обязательно надо прийти до дестабилизатора. Это очень важное условие, конечно. Вот, потому что как только он будет готов, тогда будет тяжелее намного продавливать. Так, два либератора летят. Контрол стимпачится, прикрывает их. Нужно зайти сейчас на центре и просто разложить их, и все. Контрол к третьему Нексусу идет. Да, идет к третьему Нексусу. Но как можно быстрее сюда двигаться. Что и делает контрол. Да, либераторами блочит. Подходы просто заходят. Минки можно подкопать прямо сюда тоже. Что контрол и делает. Кстати, очень неплохо он все здесь делает, я вам скажу. Минка залп не жахнула сейчас. Нексус уку падает очень неплохо. А напомню, для тех, кто не знает, контрол это очень даже олдскульный такой игрок первый StarCraft из Санкт-Петербурга. Я с ним не раз играл. Первый старик еще. Так. Ё-моё, как дестабилизаторы на халяву, по-моему, здесь попали. На абсолютную просто по контроловским юнитам. Нужно найти либераторов ближе подвести. Минки тоже ближе подвести. Чизачаки активировал премиум на ваш канал. Выдавил контрол. Ну, Нексус, по крайней мере, Коун снес сейчас. Но вперед пока не может развить, короче, успех свой. Вперед нечем ему идти абсолютно. Ой, больно, контрольчик, что ж ты делаешь? Больно, Коу попадает дестабилизаторами, стимпачится контрол, принимает бой, дестабилизаторов парочку зафокусил, не, один только погиб, под либератора полез Коу, фениксы шатает, фениксы убивает, да, варпы жесткие. Ну вот все четко контрол сделал, здесь Нексус убил, но потом сюда не зашел, но мне кажется, что ошибка была идти на Нексус.
Вот если бы контрол просканил сюда и увидел бы, что здесь просто две сентри с саных крестом стоят, я извиняюсь, то можно было бы... И пилоны строятся, что самое главное, что он не знал. Если были пилоны, например, уже, либератор возложил, оверчаж выставил, проц отогнал. Но, когда пилонов не было, прямо на сентрей на армию раскладываешь их, сентрей они по приоритету фокусят, жмешь Т, заходишь и ГГ пишет проц. Но контрол решил на третий ник сломануться, ну а как еще делать? Так получилось, Спики. Поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает, просто поддержу. Спасибо, Спайк, тебе за просто поддержу. Вот, топчика не ввели поддержки еще, поэтому не знаю, кто тут в этом месяце сколько поддерживал. Вот. Чтобы добавить полностью. Так, здесь контрол дефицита, в общем-то, дестабилизатор сваливает. Либератора нужно прикрыть сейчас обязательно, не прикрыл, нифига не получилось. Два еще либератора с другой стороны. Дестабилизаторов что-то много стало, прям надо подальше, чтобы либераторов может разложить. 2-2 у контрола делается, у Ку 3-3, 3-2 уже точнее делается, не 3-3, прошу прощения. Скан пошел от контрола, хочет посмотреть, что же здесь точно есть. Либераторов чуть ближе, вы куда так нагло, так контрольчик, ты что творишь, ты куда ж ты так нагло, ты их повел, ё-моё. Пытается контрол сплетануться, убить все. Он видит, что Коу здесь оборзел, а Коу действительно оборзел. Но вот это уже лишнее было. Почему Коу оборзел? Какие жесткие залпы? Ну, контрол агрессивничает, ломится. Да потому что три юнита крестом, помимо дестабилизаторов, было бы чуть больше тирана, чуть больше медиваков, он бы пошел вперед, там загружался, разгружался, может быть, и сконтролил бы вообще. Так, ЦСФ-у третью убивает по контролу. Товар пошел. Не, ну здесь понятно, все Ку переворачивают, но хорошо было на самом деле. За кого я? Я здесь не за кого. Ну, признаться честно, да я думаю, вы можете понять, я немножечко за контролу. Почему? Потому что я давно его достаточно знаю. Уходил он в армию, потом вернулся. Теперь я не знаю, чем он занимается, помимо StarCraft, конечно, но и поигрывает, и респект ему за это. Вот. Ку я тоже знаю, конечно. Вот. Но тем не менее, просто контрол здесь явно не фаворит, а как-то за фаворитов болеть это не очень на самом деле. Так что вот так вот. Так, здесь у нас ССНчик. Полетели мулы. Контрол с мейна перелетел, да, держится пока, 90 на 140 по лимиту, но что-то как-то тут не ахти уже ситуация, блин. Дестабилизаторов нечем контрить. Так, залпы идут вперед. Пытается законтролить. Контрол хорошо успевает убить дестабилизатора, но Ку уже слишком много, грейды слишком хорошие, адепты здесь с глефами. Это GG, ребят. Адепты с глефами, сам главное. И они есть. Вот, ну ладно. Сейчас я создам. Так, сейчас Юрию отпишу. Так, короче, создаю храм во льдах, у нас следующая карта. Спасибо всем за поддержку громадную. Не понял, что я там принес. Что-то я там перенес. Трансляцию какую-то.
Блэки, ты про контроллер говоришь, работает, поигрывает очень много, максимум свободного времени. Понял тебя. Пообщался просто давно, не видел кого. Никого. Ну и пока-то и не увидеть, короче говоря. Вот. Привет, Noizeman. Записал я финал, все. Наши зонды атакованы. Ну я понял, контрол играет for fun. Короче, ребят, я просто сейчас, извините, что отвлекся, я с Юрой обсуждаю момент, вот. Пашкин активировал премиум на ваш спасибо, канал. Спасибо, Пашкин. Короче, ребят, записи на Гудги, на ГГ, плеере, они на главной должны быть, они в группе ВКонтакте есть, везде Грюшку Пати в группу, вон там первое видео увеск, ё-моё, Noizeman, все в порядке, ты чё, сегодня окно, что ли, не закрывал на ночь, я что-то не понимаю, блин, там же все видно. Короче, я с Юрой обсуждаю тот момент, чтобы винеров ставить после лузеров, как делали на ВЦС американском. Для чего? Ну, чтобы как бы интерес был, да, для зрителей. И интрига. То есть сначала сыграли лузера, определился тот, кто в десайдере будет, а потом, соответственно, отыграли винера и сразу десайдер как бы. То есть мне кажется, это для стрима будет полезно, люди меньше, ну, люди не сразу будут расходиться после там топовой пары, как бы, допустим, и, ну, не знаю, мне кажется, такой формат для челленджеров хорош, как бы, для решающей уже финальной, там пусть будет стандартный, допустим, а для челленджера, мне кажется, так неплохо было бы, ну, не знаю. Раз.
Разработка завершена. Короче, ребят, вот, решением Юры и моими доводами, в общем-то, принимается решение, что лузера будут играть вперед венеров, в общем-то, вот такие вот дела. А здесь у нас глефы плюс один, опа, контрол делает билд, который любит очень-очень стрэндж исполнять. Ну и, контрол коу, конечно же, делает. Ну, это крайне опасный билд, это невероятно опасный для тирана билд. Но почему гейтов только 6? Мне кажется, 7 гейтов должно быть сейчас. Извините, что отвлекаюсь, как бы технические моменты одновременно решаются. Так, 4 адепта на мэне, а чё контрол, не видишь ли адептов? Да, варп, призму ж фокусит, и кого ты бьешь-то призму, надо фокусить было контрольчик, ну что ж ты затворил сейчас, адепты просто адептируют все к чертям собачьим, марики разорваны, уничтожены просто, в КСМ-ке падать будут за два удара, а всего-то нужно было призму зафокусить сейчас этим мариками одновременно с циклоном, циклоном-то призму начал фокусить, а мариками-то до этого не призму убил. Это провал полный, ребят, признаться честно. Ну, контрол танчик на самом деле сконтраливает. Видите, два адепта что здесь делают? Они просто хыч-хыч, как косой косят. Ё-моё, поле, я не знаю. 19 КСМ как с куста уничтожено. Здесь ниндзя Нексус еще какой-то в наглую строит ку. Но здесь 30 цехи у контрола, между прочим. Шанс есть. Блин, как же контрол призму не зафокусил, а? Мне прям обидно даже стало. Так, ну что, третья ниндзя нычка. Четвертую ставит ку. Но это обманная нычка. То есть он что сейчас хочет показать? Что у него вот я выхожу в третью базу позднюю. А сам там уже качает. В принципе, это так все верно делает. Здесь уже вторая атака. Буст один в никуда. Вот в этот твайлайт впилен. Нужно во что-то другое его ставить. Хотя во что? Ну, если пробки строятся, то надо в Никсуса переставлять просто. Либо в твайлайте делать. А, уже блин готов, ё-моё, уже и блин готов, у кого уже все у него готово, пилончик, точнее, фотонка еще одна пошла, у контрола есть стимпак, да, уже стим есть, щиты почти готовы. Есть пару танчиков здесь. Спасибо, ребят, всем еще раз за поддержку, в очередной раз говорю я, громадная. Контрол опять идет вперед, кстати, у него боевого-то лимита опять на двадцатку больше, самое интересное. Но вот это вот, что за... Ну, ё-моё, здесь важнейший лимит. Два танка, мариков 6 штук, либератор. Что здесь пришло-то? Здесь пришло, смех какой-то пришел. Один медивак, один либератор, там три танка, ё-моё. Адепты будут заходить? Да, будут заходить, адепты от кул. Контрол пытается сместиться вниз, вниз смещается. Танки, конечно, бомбят, но вот, а прикиньте, вот это все было бы там. Я думаю, что контрол бы успешно тогда подрался бы. Немножечко не хватает что-то контролу, как бы. При этом всем третий цешечка не вылетал. Ладно бы, если бы третий вылетал, оставить здесь лимит. А здесь-то что оставлять, зачем было, не знаю. В итоге Кул на халяву выезжает из этой ситуации. 97-113 по лимиту.
Здесь либератор не понять, что где прикрывает. А вот здесь, кстати, адептура выехала сверху. На призме сейчас наряд вызвали протосы. И здесь идет основная тема. Фастронт активировал премиум на ваш канал. Спасибо всем, ребят. Но это 2-0 в пользу Коу, соответственно. Мы сейчас будем Wave Control запиливать, а потом Коу браток. Так что не расходимся, ребят. Поддержал ваш канал на сумму 282 рубля. Так, короче, ребят. Короче, ребят, ну, просто, ну, не, естественно, для венеров это небольшие неудобства вызывает. Но на самом деле полезно для стрима, для трансляции будет. Чем полезно? Так, спасибо тебе, неизвестный. Что за неизвестный? Не знаю, 282, блин. Что там за символичные такие цифры? Вот. 2282 228 322. Еще что-нибудь там. 1488. Хотя я даже не знаю, что это значит особо-то. Короче, рекламу пилю. Все, корабли приплыли и корабли уплыли, ребят.
Так, Фрост. Где Фрост у нас? Мороз. Короче, все в игре. Жду готовности. Поехали. Так, ну как я сказал, должны были реклама быть. А, понял, Сейдон. Ну, просто будет неизвестный, как ты понял, в общем-то. Спасибо тебе большое. Тогда добавляю тебя. Без базара, чё. Чё тут говорить ещё? Злыбет поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает: «Привет из Ангарска. Принимаем було-чашу. Хороший стрим сегодня». Спасибо тебе большое, злой бет. В Ангарск привет. Вот, аккуратненько там принимайте. Че-то я угорел. Вспомнил вчерашнее просто ночное нойзмена про окно. Вот. Сегодня весь день что-то прям вспоминал этот. Про оконный заговор, короче, всю эту тему. На самом деле никакой не заговор. Я понял тебя, топер. Я как говорю, так и пилю обычно. То есть я стараюсь сказать. Но у вас-то задержка, как бы вы в совершенно другое время ее, как бы, слышите. Ну, увидите рекламу на 2 минуты, на 1,5 минуты раньше, чем, как бы, я скажу об этом ровно. Ну, 90 секунд задержка. Вейв против контрола бьется, ребят. Реактору контрола на бараке строятся марики. Бункер есть. СС-чика морфится в орбиталку. И факта доделывается у Вейва, что у Вейва хата вторая. Муфовером делает он. Братком что-то так не играл. Вейв с братком более как бы агрессивно играл, боялся, видимо. Так, Корсар кап там идет, смотреть надо. Вижу, Бла играет. Ну что ж, посмотрим, может потом порестримлю Корсар немножечко. Пошла хата на третьей базе.
Не знаю, что там НИП на Близконе будет показывать. Посмотрим. Просто Калит шарит как-нибудь наказывать. Ну, то НИБа... НИБу надо что-то менять в билдах. Но у него есть время, на самом деле, еще. Ну, как время-то? Уже осталось. Ребят, хочу вам сказать хорошую новость. Очень радостную. До Близкона-то остается сегодня понедельник, и Близкон в четверг. 4 дня, если этот включительно. Если не считать, так уже 3. Потому что день-то уже кончился почти. Вот. Спасибо всем еще раз за поддержку, ребят. Короче, здесь вниз плодится крип. Вейв с контролом бьется. 1-1 у Вейва. У контрола мех пошел. Смотрите-ка, похоже. Или я не прав? Что-то тут не по... А, да нет, нет, уже вот это вот. Похоже, что да. Точнее, уже очевидно, что да, потому что никакой лаба на бараке нету, ничего нету. Делается армия, делается синее пламя. Все здесь делается. Вот, ну а здесь маслинги. И, кстати говоря, сейчас геликами так пожечь можно будет с этим грейдом. Просто дико пожечь можно будет. Зерга. Чепка поддержал ваш канал на сумму 100 рублей и сообщает, и сообщает, и сообщает. И сообщает, и сообщает, и сообщает, и поддержал, и сообщает. Спасибо, Санька, ты какой-то читер, ё-моё. Чит. Чепка. В смысле, мужик, чепка. Почему чепка, я не понял. Ой, прошу прощения. Чепка, говорит, мужик озвучивающий. Так, попытка дропнуть Бэйна была сейчас от Вейва. Контрол летит, овера выбивает викингом, обратите внимание. Вейв не законтролил, ошибка со стороны Вейва. Овер минус 4, бомбочки погибло там рядом. Но вот на второй базе ничего здесь нету, смотрите. На второй базе пусто, туретки нет, минок нет, мариков нет, юнитов нету. И сейчас этот овер может поднагадить здесь контролу не слабо. А пока у него рабочих больше, чем у Зерга. Самое интересное, здесь чуть-то масс королевы и маслинги. Но крип, ну, не успевает мечка Зерг тащить в этом направлении. Нет, здесь тоже что-то медленно кдшится крип. Ну, зато успевает Бейнов тут подропать. Ну, все, 4 КСМа подрезано, это немного на самом деле. И контрол еще и овер разбил, молодец. Контрол законтролил. Так, призовых на Близконе. $500,000 общий, по-моему. Первое место 500 тысяч, ой, 200 тысяч. Второе 100 и т.д. Да. Я говорил, что контрол может поднажечь адово синим пламенем. Оказалось, что нет, но это ошибка контроля. Просто дикая была со стороны контрола. Сейчас он взял и отдал все. Но это еще не поражение. Для него экономика хорошая. Да и лимит нормальный вполне. Бегаю от минги, пару залпов. Ждет контрол лингов очень жестко. По лимиту даже в плюсе становится. Второй армори добавляет решение верно, я считаю. Рубасов на Близконе, да. Специально купили русские рубли, чтобы 200 тысяч призовые привезти. Так, выезжает контрол на четвертую. Вейв уже четвертый стоит. 6 дронов, они все в стеке были, гелики их просто на халяву сожгли сейчас и все. Попытался контрол еще сжечь двух рабочих, но сжег один только, один погорел. Одного рабочего, один хп остался всего. Причем есть атака уже. Так, ССчка летит. Четвертый уже контрол занимает. Но активно в мех контрол играет, я вам скажу, достаточно так. Ну, против просто мех не работает. Здесь 6 факторей уже сейчас заработает. Реактор на старпорте есть, 2... Делается все.
планетарочка делается. Привет, СТ-7105. Давно чуть тебя не видел. Привет на СК2 ТВ, всем везде Twitch. Пацаны, привет. Кто на Одноклассниках смотрит, кто на Виде, тоже большой всем привет. Контрол против Вейва у нас бьется сейчас. Это матч лузеров. Мы будем на данном турнире лузеров вперед венеров пускать всегда, потому что, я имею в виду на челленджере, потому что для интересности трансляции, для пользы дела, в общем-то, пойдет, что есть во всех практически группах, есть явные фавориты, как здесь Коу Браток, так и в других присутствуют. Вот. Так что, я думаю, так будет формат интереснее просто, и сразу финал венеров и Десайдер сразу же. В итоге два ключевых матча последними. Ну, а финальный турнир уже, думаю, по стандарту будем делать. Так, еще Туруч побегали за период. 2-2 грейды у контрола делают. 185 лимита у него уже везде. Тут хорошая стенка, бункер, два танка защищают. Причем позиционирование хорошее. Один сверху прикрывает второго, а первый прикрывает бункер. Так, Евгелик пытается проехать. Контрол куда-то... Куда он прет-то, ё-моё? Атаковать-то будем, не? Не атакует. Объехал бы лучше сюда. Халбатов бы заморфил. Ну, здесь Либератор облетел. Халбатов контрол не морфил. Либератор бомбит. Знатно 10 уже минуснул рабочих. Ну, кстати, это не все он здесь. А вот еще один, потому что где вот он, Либератор, еще один. Есть контрол, улетает на мейн, судя по всему. Так, кто из наших СНГ будет на Близконе? А когда ты на Близконе последний раз кого-то из СНГ видел вообще? Я вот что-то никогда не видел. А тем более, ну и сейчас тоже. Ну, вот на самом деле сейчас... Самое, когда корейцев нет, могли бы быть наши, но нету. Интересно, здесь инженерка стоит. Плюнул на эту инженерку ровущими разочек. У нас Вейв и ушел. Так, а что Либератор это? Либераторы все улетели, Вейв очень долго что-то восстанавливает добычу. Контроль уже третья атака пошла. Здесь у нас Greater Spire. Крип как-то плодит вообще медленно Вейв. Ну, не хватает мышка контроля, не успевает. Хотя АПМ, посмотрите, как будто, я не знаю. Да, Fusion Core пошел. Интересно, для чего раньше Либератором? Может, Батлов хочет контроль построить, немножечко нам продемонстрировать. Идет вперед. Ну, тут жесткий микс, на самом деле, идет с Либераторами. Два Викинга еще есть. До готовности брудов. Кажется, контрол просканил Greater Spire, увидел у меня такое ощущение. Да, он просто видел шпили, он уже готовится к брудам, соответственно. Роуч пытается со всех сторон заходить, заходит на второй. Здесь бункер есть, все в порядке. Так, здесь контрол заходит. Либераторы по Роучам бомбят. Торы по Корапторам бомбят, плюс Викинги. Бункер живой пока, бункер Роучи защищает. У них два армора, как же долго Марики с нулем атак, да, убивают Роучи сейчас. В это время идет замес. Ну, надо выбивать, соответственно, брудов, что контролы делают. Но у него торы не переключены на атаку демедж, ну, которая демеджа много наносит. Они атакуют атакой сейчас сплэшевой. Прилетает Либератор, но тут контрол с 2-2 грейдами просто разваливает, конечно, Вейва. Это дичь. Вторая карта, станция Король Сиджонг у нас. Вайтра 2010, Вайтра, в каком 2010, какой Вайтра, какой Близкон, ё-моё. Вы чё, ребят, с Луны свалились, что ли? Так, поехали. Это челленджер, будьте внимательны, смотрите в сетку, зайдете, увидите, кто там участвует.
Все, поехали. Контрол 1-0. Так, то, что ты скидываешь, это не Близхон, это какой-то турнир просто такой рядовой, по сути дела. Близхон начался, получается, когда там, в 12-м году раз, или первый раз, или в каком уже у нас начался. Так, ладно, хорош луза. Так, леперочек у нас здесь бомбит. Летает, сейчас прикрою дверь, что-то там происходит непонятное. Атакованный. Контрол, а рипера что-то совсем не законтролил. Теряет рипера, по сути, на ровном месте сейчас. Ну, собаки бегут сюда, как бы, к контрольчику, ну. Здесь уже бункер сейчас будет. Кстати, муф сейчас скоро лингом будет. Если б зажал бы СЗ просто, мне кажется, мог бы и развалить бы. Уходит контрол как наверх. Ну, тут собак-то смешное количество. Испугался контрол. Надо переводить рабов назад сейчас обратно. Переводятся рабы назад. А сколько начала Близкона, точно тебе не могу сказать, как-то... Развитие завершено. Так, это Алиса еще 1000, спасибо тебе, Василий Васильевич. Корейцам российское гражданство. Боюсь, не поможет. Не будут брать гражданство. Конкуренция высокая, скажут. Че тут? Ревчик, Вердос, как бы разваливают вообще кабину. Ну, не поедем, че. Лучше даже... Лучше пофиг, что пролегу закрыли, лучше дома посидим. Вот. А то, глядишь, не развалят еще по... Ну, голову кто оторвет там. А то того, гляди, и хуже что-нибудь там. Прольются дожди золотые, там, все дела, короче. Ребят, спасибо тебе, Алиса, еще раз. Смещаю здесь все я. Поддержки. Спасибо большое, короче, смотрите, что происходит у нас. Лингов очень много у товарища Вейва. Четвертую хату ставят. Третья почему-то не раскачана, нифига. 1-1 есть уже в продакшене. Намного раньше, чем у контрола. Даже одна единственная атака заказана.
Дронов строят сейчас на третью базу. Есть Беллингнет, но Беллингбаста не последующий. Здесь два танка уже, на самом деле, смысла не было. Сетку в чатике просите. Постоянно скидывать сетку я не могу, я не боджи, чтобы сетку скидывать одновременно с комментированием и тыканием здесь мышкой. Ну вот, немножечко третью раскачал, сейчас Чарлик что-то приуныл. Ой, извини, братан, ты чё? Улучшение завершено. Наши войска атакованы. Так. Прошу прощения, что-то Чарлика за ухо схватил. Он визгнул маленько. Вот. Наверное, так, кстати, там ухо что-то побаливает у него. Надо проверить будет. Может, что-то там это... Из деревни, не знаю, или как. Я аж испугался сам. Но Чарлику нормально все с ним. Спасибо всем, ребят, короче, за поддержку еще раз. Здесь идет движуха жесткая. Контрол. Контрол расстраивается понемножечку. Добавляет бараки. В этот раз не мех, в этот раз бью. Третья сэшечка есть, но пока не летит. Есть уже армори. Инженерка вторая есть, но почему-то вторую атаку втыкает. Контрол не заказывает. Танки сейчас стебанули, линга убили. Кстати, между прочим, знаете, в чем прикол армора лингов? Видите, какой урон у танка? Не побронирован. 35. А ХП сколько у линга? 35, правильно. С одним армором танк не с удара убивает. Смотрите, уже добыл практически весь мейн здесь в контрол. Осталось буквально 4 минералинки. Так, идет дистанс майнинг. Тут контрол немножечко не сконтролил. 2-2 делается у... Вейва уже почти готов, потому что мутка. Какая мутка, блин? Инфестейшн, хайф и все. Ну что, контрол двигается к центру. Так, прилетают танки, дропаются. Идет скана, контрол стимпачится. По факту сплетануться сейчас нужно было. Вроде как сплетануться. Ну вот сейчас вроде получше получилось. Чем не знаю когда, потому что как сплитится контрол, я не видел до этого. Вот, ну надо давить. Смотрите, здесь морфятся беллинги новые. Контрол заходит, у него 2-2 грейды, 1-1 грейды, у зерга 2-2. Беллингов у зерга, тем не менее, нет. Контрол начинает давить, приходят и хелбаты первые. Но линги на 2-2 грейдах даже так успевают. Смотрите, погрызть здесь. Ну муталиски, правда, на мариках могут и отдаться сейчас. Ну, кстати, марики кончаются. Ну, сможет ли контрол хотя бы четвертую убрать? Да даже четвертую он не сможет убрать. Здесь масс трансфьюза. Зерк еле-еле, но отбился сейчас. Привет всем, ребят. Все нормально с Чарликом, не волнуйтесь. Чарлик просто испугался маленько и меня напугал. Привет, Страфорес. Нерч топ-1 Европа. Ну, на данный момент, наверное, да, нерч топ-1 Европа. Но не топ-1, наверное, не корейской сцены, потому что есть Нибы, есть Скарлеты, есть Мейджеры, есть много кто. Да и в Европе есть конкуренты у Нерча тоже. Ньютермал близок.
Шултан сейчас как-то не в форме нифига. Варе танк тоже половину демеджа, по-моему, по собакам наносил, если мне память не изменяет. Несмотря на то, что у него 70 демеджа было, он Марика с 40 хп не убивал с удара. И собаку с армором тоже, насколько я помню. Хотя насчет собаки могу быть неправ. Так, ну что, пытаюсь тут вейп-шатать, контрол... Так, здесь какие-то линги бежали. Контрол сам идет вперед. Пару муталисков здесь летят. Контрол. Контрол всего один танк. Заходит через камни здесь в интересном направлении. Так, минки с закупочкой. Не успела минка стрелять. Прилетает танк. Контрол вперед так активно прям зашел сейчас. Если вейв пойдет вот в этом направлении, он на минке может очень жестко попасться на самом деле. Контрол интересно здесь дает. 2-2 додел. 3-3 ни один, ни другой не делает. Минка хорошо. Беллингов сейчас снимает. Прилетают первые либераторы, причем они не по земле сейчас бьют, они по воздуху оставлены контролом специально. Ну что-то тут какой-то стек мутки вышел, ну как она на минках затерпела, и Тор как вовремя дал, камни падают, какая сумятица, какой сумбур, вообще дичка это происходит. Сколько муталис погибло? 24 штуки уже, ё-моё. Вот эта мутка залетела, да? Как прирост вылетел? Минка на Тор пришел от, очень вовремя от контрола. Дотекания вроде какие-то скудные здесь идут сейчас. Но вот то дотекание царски подошло вообще. И контрол задавил все-таки в итоге. Привет, Дудуфелла. Ну вот. Ну что же, формат наш оправдывает себя, в принципе. И матч лузеров такой, я сказал бы, на самом деле, достаточно неплохой получился-то. Текс, ну что? Браточек Куб, центральный матч. Сейчас, ребята, я пойду к чалику схожу. Чалик. Вот он, брат, жив-здоров. Смотрел уши, уши грязные, надо будет почистить тебе уши, понял? Днем как светло будет. Да, братан? Что ты, блин? Р.
рычит волчара. Ну все, карты подъехали, ребят. Отпускаем брата нашего меньшего. Иди отдыхай. Извини, что схватился. Ты чё крысачишься? Ты чё крысачишься, скажи мне? Так. Хотите крысачка увидеть? Ни хрена не видно, короче. Ну ладно. Отступление от тематики турнира, короче. Создаю я игру. Погнали. Мороз, у нас карта. Все. Не крысачься. Так, создай. Так, Паш что-то зайти не может. Так, сейчас погодите, Игорь, сетку скину. Поехали, ребят. Запускаю StarCraft. Центральный матч у нас на горизонте. Браток против Коу. Кстати, надо бы рекламу напилить. А реклама-то что-то и не идет ни хрена, да? Майлик, злой Чарлик. Оп, неожиданно как вырвалось. А что с такой задержкой? Battlefield рекламе там вижу. Короче, ребят, спасибо всем еще раз за поддержку. Большое. Отключайте адблоки по возможности. Подписывайтесь на премиум. Кому нравятся стримы, кому нравится то, что я делаю. И я благодарю всех тех, кто помогает это делать. Вот, хотя здесь я даже, наверное, помогаю в данном турнире. То есть его организовывают фактически Изард, Юра там и другие люди. Кого-то не назвал я наверняка. Вот. Ну, а я стримлю тоже, помогаю, в общем-то. Непосредственное участие к нему. И кому это нравится, поддерживайте меня и мой канал, естественно. Также поддерживайте Starline турнир наш. Потому что он благодаря вашим деньгам, в общем-то, формируется. Вот, ну, может быть, получится какого-то спонсора найти. Не знаю, на ближайшие сезоны посмотрим. Так, здесь у нас Пилон Гейт Кибернетчика. Браток. Вот браток. Хитро, хитро. Ну а чё, браток? Браток, это вам, ребята, ну, это опыт. Это хитрость. Это хитрость старше. Чё, не понял, что тебе старше сказал? Чушкан, блин. Браток не просто говорит, браток делает. Вот он приныкался тут. Чё-то я какую-то ересь несу. Вот, давайте смотреть игру. И что-то вот у меня поселилось слово, это паразит теперь.
Раньше как-то другое было, теперь вот. После факта Ипшустарпарк минки. Минки пошли. Ну, через Марика реактор, в общем-то, минки. Передруг будет абсолютно точно. Уку, посмотрите, какое первое здание. Адептом Ку приходит, проверяет, видит все. Не уверен, спалил ли он минку или нет. Надо эпохи опять закрывать. Браток закрывает эпохи, все нормально. Конечно же, адептом никто телепортироваться не будет здесь. Ку отступает, браток вперед идет. Один такой смелый Марик вперед вышел. Браток, что ты творишь? Повезло Марику сейчас. Один хп у него остался. Ну вот, вот, пожалуйста. Разница, да? А, до патча как какого-то там, не помню какого именно по счету номера, Марик бы погиб уже. Ну что, летит дроп, и Коу его палит просто адептом сейчас. Вот, да, вот что ты будешь делать. Плюс 2 гейта у Купша. 4 гейта прям строится, делается. Блин, как-то блин пуш намечается. У меня такое ощущение. Вот. Сныклс, Сныклс и Либератор. Но он сныклся, я не знаю даже для чего. То ли принимать дроп, то ли... Ой-ой-ой, посмотрите, какой прикол. Вот смотрите, вот как нельзя висеть. Надо вот здесь, видимо, за вот этой хренью висеть. Мачки активировал премиум на ваш канал. Манджо, спасибо. Браток думает, что он невидимый. А Ку увидит все. То есть он просто ждет этот медивак, и это будет провалом, если браток сейчас ломанется просто в дроп. Так как уже блинк скоро будет, у кого готов, у него вот так, еще гейт, еще фаржа доделывается. Сталкер чуть отошли сейчас. Но браток все равно вперед не летит пока. Ну что же, завис тут. Паша что-то ждет, он что он ждет. Кстати, Коу нагло ушел, сейчас я вам скажу. Правда, здесь мазеркор, здесь раз, два, три пилона, и как бы минки-то дропать надо вот сюда желательно, а тут как раз перекрестный огонь от пилонов идет, их несколько достанет, и они точно абсолютно минки выбьют. Да, вот и все, смотрите. То, о чем я говорил, случилось, хорошо, хоть медивак ушел, и то хорошо. В это время Либератор пытается на мейн залить, почему Ку так пилоны стоят, тут попробуй пролети еще. Ну вот отсюда Либератором, хотя нет, здесь два пилона тоже идеально практически стоят, ничего не сделать. Сталкеров все больше и больше. Ку там пытался что-то поймать, поймал в итоге медива, который домой возвращается. Из него сделал фейерверк небольшой такой. Вот. Либератор на мейне у Ку, смотрите, как он 4 пробки просто уже развалил. Оверчаж, браток не законтраливает. А не, смотрите, улетел. Ну, на один выстрел осталось Либератору. Это, конечно же, уже не жилец фактически, Либератор этот. Так, танчик еще браток привозит один. О, тут одну депошечку умудрился подрезать. Выбивает медивак, выбивает танк. Ну и сталкеров при этом теряет. Ну, две штуки на самом деле выгодно разменивается. Коу здесь, я вам честно скажу. Братка плюс один доделываются, щиты доделываются. Браток какой-то выход намечает сейчас. Скан минус обсервер. С
призмой будет Коузу летать, мне интересно, на мейн, братку. Да, похоже, собирается зайти под блинк сталкерами, агрессивно выбивается пилон. Браток, что ты делаешь? Браток, что долго охотишь? Щиты не дать выбить, щиты 3 секунды, минус щиты за 2 секунды до готовности. Как же нелепо это было сейчас, кучу-то тут... Нинзак прямо, нинзак какой-то. Шакуровский коу. Или за кого там? Он айурский у нас. Коу айурский. Так, прилетает еще пара медиваков сейчас новеньких. Да, варп у коу, там зилков идет, насколько я вижу. Что-то он то варпанул, то отменил, теперь опять варп. Ты опять отменил, враток палец здесь пришел, Марик спалил. Это варп, это интимный очень процесс. Для Коу, поэтому он сразу хоп и скрылся, короче, ну, из глаз долой. Два еще медивака добавляется. Вы братка просто бил тона, а медиваков всего два, блин. Как это так получилось? Я даже хз. Так, щиты не доделались. Если сейчас на плюс один глеф напасть до щитов, то это можно сразу ГГ, мне кажется, писать. Адепты просто унизят, как бы. Какой браток, тем паче со щитов нет. Это очень небольшая ошибка сейчас от братка была. Очень большая ошибка от братка. Фу, прямо тут разрывает все. Браток даже уйти не может. Похоже, это 0-1 уже. Что-то как-то сумбур какой-то получился, по-моему, у Паши сейчас. Очень жесткий. Пытается хоть вот этой группой отступить. Ну а что он может сделать? У него две базы, как бы, и у него только улын здесь. Под улын все заточено. То есть сейчас что нужно было братку? Во-первых, взять то, что дома было, и обязательно со щитами драться. Ты видит, как Коу тупит с хайграунда Паша. Еще и Мортлов покуснул бы, если было бы вообще хорошо. В это время адепт прилетает на мейн. Три на вторую там пошли. Остальные как-то сверху остаются, такое ощущение. Они не все сверху остаются. Здесь адепты прям в био телепортируются. Минка демеджа больше себе наносит. Коу развел, что ли, братка на такой залп минки, похоже. Так, здесь не отбивается, браток. На мейне тоже как-то тяжело. Либераторы стреляют по воздуху, мешают что-то адептов развалить. Падает все в итоге. Это 1-0, ребятки. Фу, это факт сейчас уже точно стал. Становится. Ну, будем вторую игру смотреть. Так, с КСМами Паш пытается выход сделать сейчас, но боюсь, что уже ничего не получится, здесь какой-то дистанс майнинг идет. Не, ну отсюда-то надо рабочих постояли, чтобы немножечко. Кстати, у Коу они что-то сталкеры здесь. Ну есть вообще кроме сталкеров что-нибудь? Пока не наблюдаю, сейчас давайте еще браток задавит. Лимит-то боевой одинаковый вообще. Не, ну задавить ему просто нечем единственное. Пачется браток. Либератор не перекрывает все пространство. Тут еще два прилетело. Мазеркур они, что ли, не понимаю. У-у-у-у. Здесь фотоночка есть. Здесь все-таки добыча началась на дальней базе. Либератор еще ближе. Ну вот этот-то вообще нагло ход Паш повел. Надо было так аккуратненько, как вот этот на таком же расстоянии. Это тоже жестко, на самом деле. Нагловато, я бы сказал бы. Поставился лимита боевого больше братка даже сейчас, чем Ку. Выходит первый дестабилизатор. Минку выбивает. Либератор перераскладывается чуточку поближе. Медиваков не хватает. Просто ужасно. Нечем вылечить био все это. Тимпач Сапаша пишет ГГ. Ну, конечно, были пару критических ошибок. Просто жестких. Вообще ошибок было со стороны братка, поэтому так все и сложилось. Галактический процесс, вторая карта у нас. Поехали.
Так, ну все, желаю удачи всем игрокам. Поехали, ребята, поехали. Игра приостановлена. Так, я что-то опять не то создал. Я косичнул, ребят. Вроде галактический брал, а в итоге вот так вот. Поехали. Так, ребят, поехали. 1-0 кул. На секундочку там отвлекся. Все, больше не буду отвлекаться. Постараюсь. С микрофоном все в порядке, ребят. Вот, ну а вам просьба, естественно, отблоки отключать. Подписываться на премиум, поддерживать меня и мой канал. Сами знаете как. Либо по реквизитам напрямую, либо через плеер. Ну и приходите в ноябре обязательно смотреть. Стримов будет очень-очень много. Вот. Ну, естественно, конкурс стримерский будет. Нужна будет ваша поддержка и внимание в первую очередь. Ну, поддержка тоже разная, по разным направлениям, естественно. Угу. Смотрите, что происходит. Прокси факта пошла. Здесь марики строятся. Чисп идет от братка. Не знаю, какого рода чисп. Возможно, прессинг с танками или циклонами, что-то такое. Стопарес. Без грейдов. Теперь на StarCraft мариков точно с удара танк не убивает, но там тяжело очень сплитить как-то, и голыми мариками мех там точно не убьешь вообще никак. В этот раз Ку через адептика начинает так же, как и в предыдущий. Да, здесь танки с
медиваками, судя по всему. Три Марика встречают адепта. Депушки, конечно же, надо закрывать. Здесь еще два Марика остаются. Коу не видит ничего. Надо все брать, идти вперед. Будет ли Коу проверять что-то здесь рядом с базой? Я не знаю, если честно. Танк браток второй будет заказывать? Конечно, ответ да. Так. Не ББ ему дали, СК на 10 минут ББ, чтоб не блудил лишний раз. Короче, здесь приходит, опа, по адепту танк бомбит, до пилона достать не понятно. Встает до пилона, пробке повезло, сплэшем пробку не задело сейчас. Здесь бункер лучше не ставить, с пилона оверчаш может достать. Приходит браток. Как нагло, как браток здесь. Так, циклончик адепт захватывает, адепт падает. Ну что, пуш пошел, прессинг идет жесткий. Пилон браток долбит танком очень серьезно, делается либератор. Циклончик пытается с другой стороны. Да захвати пилон вот этот, конечно, и все. Так, еще вижена не хватило, что я не понимаю. Заходит браток дальше. Бункер как-то опасно очень браток сейчас ставит сюда, признаться честно. Танчик не вовремя как законтролил. У танка в итоге КДшечка 1,7 секунды была на то, чтобы выстрелить. Братку надо вычинивать танк сейчас обязательно. Медивак куст контролил, но падает мазеркор, падают сталкеры, падают все. Здесь похоже на 1-1, ребят. Смотрите на лимиты 35-43. Паш уже значительно больше боевого. Так, циклон, этот либератор хорошо разложен. Здесь надо идти пилон выбивать. Че параток боится-то? Нету мазеркора, просто иди пилон да убивай. Так, нужно назад бы чем-то танк прикрыть. Танк нечем прикрыть, что за ошибки пошли сейчас нелепые. Медивака нет, потому что вот так вот и происходит. При этом рейнбит 7. Отбивается, ребят, и просто переворот на ровном месте происходит. Браток умудряется из такой ситуации как-то здесь слить этот пуш. А все почему? Медивак был отдан, танки в тыл, и все, ничего не сделать. Факту, короче говоря, еще Коу здесь не дает приземлить братку. Это совсем фейл. Нужно хоть старпорт поставить. Ну, старпорт новый браток построил, все нормально. Факту увел. Коу раскачивает 59-45. Конечно, парабан еще у братка все более-менее адекватно. Но нужно быть все предельно внимательным. Так, адепта, в общем-то, забирает. Здесь немножечко разведал, полетал. КСМ, что-то браток не строит, сейчас не понимаю почему. Стимпак щиты делаются. Ну, в этот раз вроде как хотя бы стим щиты делаются вовремя достаточно. Но Коу сейчас еще в лоб шатать собирается. Танков-то нет здесь, посмотрите. Ой-ой-ой, опасно как. Это минус депошки будут точно. Барак нужно будет увозить, скорее всего. Иначе реактор можно будет потерять. Бараток не реактор, а сам даже барак можно будет потерять. Реактор, конечно, Коу выбит. ЦЦ-ху обратно нужно водить. Бункер нужно посадить. Я бы даже, может, двух мародеров посадил, потому что у них 7 ренджа из бункера. Они хорошо будут отгонять все подходящее сюда. Вот. Канет, Паша видит, что происходит. Вот здесь вот с этой факты можно что сделать? Минки построить и сюда... Опа, красавец Паша. Он опередил вообще мои мысли. Пришла минка, минус две пробки делает. Можно было, конечно, побольше подрезать. Коу вообще никак на это не реагирует пока. Отступает домой, что ли? Он, да, уходит домой.
Так, ну что, ребят, на самом деле, Ку вчера, кстати, запись уже должна быть обработана, выложена, по идее, сейчас я проверю на главный. Так, Минку выбил буквально за секунду до того, как она закадешится. Странно, пока не выложено. Надо проверить. Вот, вчера был Гоуф ОСК и Кунг-Фу Кап. И на Гоуф ОСК Ку показал себя очень и очень-очень прям неплохо. Я вам скажу, в чем это заключалось. Он дошел до полуфинала и только Нерчева проиграл. Ну, Нерчева, наверное, лучший игрок в Европе на данный момент. Поэтому Нерчеву можно проиграть. Ну, а до этого выбил Блая. И там много-много игроков выбил до Нерча. Очень даже неплохих. Так, браток идет вперед. Здесь один Эмурл, 2 Сентри. Куда брат Паша идет? Я чуть не понимаю. И нужно ли ему вообще лезть? Сканит Паша, видит, что происходит. Филды неплохие от Ку, Паша. Надо увести юнитов своих сейчас. Паша уводит своих юнитов. Надо разгрузиться. Ну, кстати, тут хороший микс у братка. Медиваков много, у них много энергии. Медиваков, в смысле, они, ну, 3 медивака, это нормальное количество. Энергии много, есть чем вылечить всех этих сталкеров. Хотел поймать Паша сейчас Ку на врыве на хайграунд, не поймал. Здесь полетел дроп. Ну, тут обсервер висит, все видит вообще абсолютно. Ку идет вперед, браток как-то криво уходит, сумбурно сейчас. Аккуратнее надо уходить. Здесь на ХГ обязательно прийти, иначе сейчас в лоб могут убить просто. На ХГ не приходит. Здесь на третьей базе можно ворваться просто, смотрите. Либератор мимо летит, Ку не успевает среагировать. Браток куда-то пошел. Ё-моё, сейчас убьют братка. В размен все, надо идти сейчас. Вот это печаль. На мейн надо уходить с 7 юнитами. Что-нибудь надо ими сделать, как КСМ-ки уйти. Здесь только с КСМ-ками драться, все. А здесь дроп на мейн и основной армии врыв просто делать. И ничего не остается здесь другого братку делать. Так, ЦС-щика падает сейчас моментально, пытается Куи убить. Пока цеху фокусу потерял несколько сталкеров. Больше ничего здесь не потеряет. Нужно хоть чем-то улететь братку сейчас. В это время врыв идет, пробок надо... Браток, как же ты невнимателен, браток, а? Сейчас прям либератор под пилон прилетает, самоубивается. Здесь это провал полный. Ну, кстати, боевой лимит у братка очень даже неплохой здесь остался, я вам скажу. Заходит браток. Здесь 3 есть пилона. Нужно сюда Ку уверчажи выставлять. Он пока это не делал. Сейчас уверчажи пошли. Ну, браток сразу же их вшатывает. Уверчажи мародерами. Почему у них шатать? Мазеркор падает. Пилоны падают. Дестабилизаторы падают. 35-77. Ну, лимиты... Не, ну боевой 3-4-51, с таким боевым можно тирану на самом деле пытаться что-то сделать. ЦЦ-щика улетает, но знаете в чем проблема? На этой карте нету места, где можно в космос улететь зданием, чтобы его не атаковали, мне так кажется. Так, здесь пробочек браток замечает. Прекрасно, Ку. Строит Ку Нексус прямо под братка здесь юнитами. Прямо под ЦЦ-щикой. Бараки улетели, хоть бараками улететь, чем-нибудь улететь братку надо хотя бы. Одного Марика оставил здесь убивать. Здесь пилоны есть у Ку. Ну и все, supply блок все равно как бы. Может в Eliminate попытаться лучше сыграть. Не знаю, как-то опасная вещь в лоб браток затеял. В лоб он не сможет ничего сделать, убить здесь. ССЧ-ку спасти надо, пытаться ССЧ-ку спасать, что браток и пытается сейчас делать. Пока сталкеры... Ой-ой-ой, ССЧ-ка живит, ССЧ-ка не живет. Сталкеры пытаются уйти, браток трех. На этих действиях сейчас подрезал сталкеров, но дальше печаль полная. ЦС-шка потеряна. Нексус не убить. А у Ку спаслись. Вот невнимательность, невнимательность. Вот здесь вот он же атаковал браток сейчас. Почему он пробок выпустил? Надо было их не выпустить. Все. Тогда бы он бы мог бы тащить. Да если бы здесь была бы одна пробка, было бы пофиг вообще. Можно было просто, ну, здесь выбивать все здания и пытаться рядом стоять, Нексус отшакалить. Все. Минку Ку вывел, браток что-то пытался сделать, но что-то ни хрена не сделать здесь. Есть немножечко минералов, но толку от них мало. Ну, кстати, у братка, он мой браток сейчас может сделать что? Он на самом деле может 4 марика подстроить здесь еще, мог бы. Браток предпочитает минок подстроить, пару штучек. Все, минка не будет, минка отменится сейчас.
братов. Ее сам отменил. Обсерверов УКУ везде дофига. Вот здесь два барака, с них бы маленьких построить. 4 штучки, может, что-нибудь помогло бы. Минус, короче, браток отдает. Пытается что-то сделать, но нет, здесь ничего не сделать. ГГ, пишет Паша, КУ 2-0. КУ проходит дальше с первого места. С этим-то его и поздравляем мы. Ну а браток будет с контролом сейчас играть десайдер матч. ТВТ это будет. Как вы прекрасно понимаете. Ты чё там? Пойду подпишусь на КУ. Ну да, КУ, я заметил, очень даже часто стримит сейчас. Так что смотрите его стримы. Вот. И браток стримит, кстати говоря. Многие, кто из наших игроков стримит, браток и в данный момент стримит. Как бы. Так что смотрите, ребят. Поддерживайте всех. Ребят, поддерживайте турнир данный. Ну и поддерживайте меня и мой канал обязательно тоже. Без этого никуда. Голосование. Голосование я делаю, как бы иногда и не я делаю.
Так, ребят, сейчас кое-что я попробую сделать. Так, все, разбанить можно со старого сайта, я вкурил такой момент. Вот, Фрост, первая карта у нас. Но Петра почему-то не разбавить, кто-то не я его забанил. Ну что, решающий десайдер матч, соответственно. Забанить, разбанить, нет, забанить, разбанить нельзя, потому что мне надо на старый сайт лазить, чтобы разбанить. И тут спасибо Пептару, подсказал он такой, что можно так сделать. Вот, ну а я об этом-то и не знал, собственно говоря. Контрола ждем, готовность. Поехали. Ну что, погнали, ТВТ. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Короче, ребят. Все, в игре я весь полностью вместе с вами. Браток Рипера строит. Рипер цешка. Контрол то же самое делает, но приехал в разведку сейчас он. А браток что? А браток не ездил, между прочим, в разведку. Можно как-то попытаться подловить его на этом. Не знаю, правда, получится ли что-либо, ну, что-то такое сделать у нас с контролу. Потому что как подловить Рипера? Рипером с одинаковыми характеристиками юнита. Разве что, когда оппонент летит на муви, а ты на
делаешь первый выстрел и просто потом катишь его. Других вариантов просто нет. А браток никуда и не собирается лететь, как вы видите. Контрол тоже стоит на рампе, делает второго рипера, строит факту. С двумя можно попробовать. Пока тут второй построится, пока контрол сюда долетит, здесь будет реактор, и уже два марика будет на подходе, скорее всего, у братка. Байд1, привет, из Пскова пишет на Твиче, привет тебе. Я здесь, я дома. Ну и каменчу для вас все здесь происходящее. Лаба на бараке, наверное, старпорт здесь будет вместо этого барака ставится, я так понимаю. Да, именно так и происходит, меняет местами все контрол. Пошла минка, орбиталка на второй. Ну все, все нормально, контрол делает здесь, я вам скажу. Браток у нас выходит уже старпорт, лаба на факте, циклончик, видимо, будет. Так, здесь браток что-то интересное делает. Такое, но это антирипер стенка, ребят. Пока все пассивно, естественно, никто не рискует, никуда не летит. Потери по нулям. Хотя не будете контрол. Браток КСМ-ку потерял. Где он КСМ-ку потерял? Поздняя разведка, видимо, от него была. Здесь рипером браток на халяву просто к оппоненту ему залетает на мейн. Контрол. Контрол не контролит, ё-моё. Ну что ж такое. Баншат куда через F-ку? Баншу ведет. Контрол баншу-то не пали, ё-моё. Баншу сейчас спалят. Вот, блин, залетело. 2 КСМи на халяву развалил. Сейчас еще тут гранатами накидал. Контрол. Туреток у братка, правда, нет. Сейчас инженерка пошла сразу. Контрол залетает. И банша контрола палит баншу братка. Ну, у контрола пораньше будет инвиз, я так понимаю. Нужно быть предельно внимательным. Все равно. Контрол, инвиз готов. Марики. Так, пошел скан кривейший от братка. Банша спокойно улетает на мейн. И сканов больше-то не наблюдает. Контроль же ты. Он под чужую баншу здесь гоняет и атакует газ, ё-моё. Ну что ж такое-то? 4 КСМ, а контрол убивает же братку. Братка больше по лимит пока, тем не менее. Так, нагло контрол здесь очень летает, признаться честно. Ну, чуть-чуть не доконтролил, но рабов он убил братку много очень. Но, тем не менее, что-то у братка все лучше по лимит, насколько я вижу. Так, где Леново? Кстати, где действительно Леново? Так, браток прилетает отсюда. Вот оно, Леново. Я прошу прощения, забыл что-то сегодня. Кстати, я вообще все забыл. Ну, ладно, поставим хоть сейчас-то логотипы в конце на десайдер матча. Что-то Юра мне не напомнил, и я тоже забыл. Хотя, может, на Старлайне не надо уже все логотипы эти. Контрол тоже прилетает к братку. Еще разочек попытки похарасить. Здесь есть циклон. Банша пытается уйти. Нет, ей не уйти. Опа! Смотрите-ка. От винта стабилизирующего, да? Или от какой там винт у банши, я не знаю. Отлетело. Кусманчик. А точнее, не стабилизирующий, просто от лопастей. Хотя очень сложно понять, за счет чего банша летает, да, как бы. Но все-таки год-то какой. Видимо, какие-то антигравитационные там тоже есть устройства. Потому что на таких лопастях такую байду летать, я сомневаюсь, что-то. Да и скорость вращения какая-то. Такое ощущение, что небольшая. Ну да ладно, что-то я загнался, ребят. Ведь Марик и Баттлкрузера с автомата сбивает. Так, можно до бесконечности об этом всем деле думать, спорить. Смотрите, интересно, какого контрола билд. У него две факты танки, но проблема в чем? В том, что сейчас
Так, очередную баншу контрол слил, браток, как это на центре умудрился помять. Что сейчас в Лотве решает очень сильно не количество танков, а насколько они мобильны. То есть под каждый танк должен быть медивак, и ты еще должен уметь контролить. Так, выходит контрол вперед сейчас. И два рипера у него еще живы до сих пор. Я смотрю, 102-99. По боевому телемиту в плюсе контрол надо отметить. Причем, как раз таки, сказав про медиваки, нужно увидеть, что у братка как раз медиваков нет, в отличие от контрола. Так, пытается банша куда-то там залететь. Куда он пытается залететь? Кан минус банша. Ну, контрол баншу убил и отступает сейчас. Браток сканет еще раз. Так, контролщик туда-сюда ходит. Может, действительно с этого направления ворваться было. Ну, лучше через центр, я думаю, контрольчику зайти и третью пытаться прессануть. Так, 123-119. Ой, контрол залетел танками. Потерял буст вообще сейчас. И... Так, у братка аж целых 5 танков контрол, только не иди сюда, я тебя прошу очень сильно, не идти туда. Так, одного танка контрол пытается отвести, одного увез. Ну, более, блин, варианта, как отдать танки, я бы придумать не могу просто сейчас. Такая ошибка от контрола нелепая. Просто взял, ну зачем ты вперед депошек-то залетел? Хотел зайти здесь, думал, депошек не будет, а надо было просто вот сюда прийти. Понимаете, у братка щитов нет до сих пор. Просто Т нажми, как бы, фронт сделай и развали. Контрола плюс 2 делает, смотрите, у него одна инженерка, что ли, что-то нет, две, он просто завтыкал с армором сейчас. 152-160, лимит это, кстати, близкие очень-очень даже. Контрола в какой-то момент будет преимущество по грейдам у него будет. Так, Марика разложил контроловского, Марика, два Марика братка. Зачем контрол убрал, не знаю, его танк делал залп первым, поэтому он победил бы здесь, можно было не убирать сейчас. Ну, в общем-то, в центре тут пока что стояние друг напротив друга, контрол так и не увидел, что у него армор не заказан, зато у него делается на технику играть на атаку, и это безусловный плюс. Так, браток стимпачится. В стиле Ютермала здесь забегания какие-то странные пошли. Со стороны братка. Куда-то контрол всеми побежал. Своими юнитами сейчас. Ну что ж ты делаешь, хоть всеми-то убежал. Стимпачься Мариками. 13 КСМ-ок на ровном месте. Браток разваливает. Контрол на муви пробегает сейчас. Но и за счет медиваков все-таки втащил там бой в итоге. 160-183. Ну, неприятно, но пока критического дэмэджа не получил. Контрол вспомнил про плюс 2. Заказал плюс 2. Браток вспомнил про атаку на технику, заказал атаку на технику. Ну что, стоят друг напротив друга. Браток еще одно забегание пытается сделать. Контрол плюс 3 заказывает сейчас.
Постоянно вынужден сканить, потому что ну, викингов нету, контроля воздуха нету. Так, браток, нам увидеть Марик. Вот слил несколько штук, контроль очень вовремя здесь оказался. Своими Мариками пытается отступить, браток. Он ступил чуть ниже, контроль, кстати, развалит сейчас, братку, здесь нахрен этих Мариков. Ну, браток, заметил, ушел. Так, 5 КСМов контрол тут братку выбивает, прилетает на мейн сейчас, между прочим. Ну, здесь 4 Марика братка, это уредка братка, ё-моё, блин, что ты делаешь, контрол? Немножечко косичнул, закривил здесь. Так, заходит сбоку Мариками контрол. ССФ-ку отменяет. Передроп пошел на вторую базу с двумя медивайками. Почему-то всего двумя только тогда, я не понимаю. Ну, аж на две туретки братка попадает и все. Нервничает немножечко контрол, видимо. Сейчас не, ну, не получается доконтролить у него четко. И вы видите, какие ошибки происходят. Но тем не менее 180 на 200. Блин, контрол на равных с братком играет, я смотрю. Так, здесь выход от братка пошел. Миллиард мариков идет вперед. Здесь танки бы защитить жить не мешало. Контрол наоборот их складывает. Здесь браток пришел. Контрол, заметь ты, танки в сич. Что такое? Конечно, танки в сич. Ну, марики уже падают. Танки засиджились, но... Это печаль какая-то вообще здесь происходит. 130 на 180. Вот это уже ошибка критическая была от контрола. Не засиджились столько танков. Смещается брак по третью ЦЦ-шечку. Это минус третья ЦЦ-шечка будет, скорее всего. Это печаль полная. Вот это уже ГГ, скорее всего. Танки на муви контрол сливает. Еще танк с ГГ погибнет моментально. Здесь не ломится ни хрена, потому что слишком много братка. Здесь ты Марика отвел. ГГ. Ну что же, напряженно это было, напряженно. Станция Король Сиджонг, я так понимаю, следующая карта, я ее создаю. Вот, вас всех приветствую, ребят, как обычно. Благодарю за поддержку всех. Благодарю за внимание всех. Напоминаю в очередной раз, как поддерживать. По реквизиту писания через плеер материально. Либо на премиум подписываться и отключать отблоки по возможности. Также на группу ВКонтакте подписывайтесь, чтобы видеть, где все сетки находятся, и анонсы, и записи. Поехали. Ну что, браток 1-0. СМ готов.
Так, ребят, ну тут браток в этот раз с разведкой играет, приходит к оппоненту на разведку. У контрола Reaper факта и реактор пошел. Какой-то агрессивный билд со стороны контрола намечается. Скорее всего, будет выход какой-то. У братка тоже факта заказана. Любишь братка, тебе кажется. Так, пошел Старпорт. Багелика заказана сейчас. Ну. Угу, здесь опять такая же банша быстрая от контрола будет сейчас. Еще депошка, саплай-блок небольшой будет на пару секунд. Ну, реально... Совсем небольшой саплай-блок. На цочку вводить, ставить контрол им. Или здесь прям какая-то агрессия такая будет. Так, два рипера, два гелика. Это вперед. Сейчас еще два гелика. Еще гелик приедет сюда. Будет три гелика. И два рипера у контрола. Так, ну что тут? Викинг вот полетел у братка куда-то. Куда-то полетел. Он баншу ловить сейчас. Причем баншой можно помочь своим юнитам продавить вот именно братка, мне кажется, боевые единицы, не? Так и есть. Залетает контрол. Начинает геликов разваливать братку. Врывается своими еще геликами сюда. Ну что ты делаешь, контрольщик? Давай дерись. Принимает бой с геликами братка. Разваливает геликов братка. Гранатки кидает неплохо, кстати говоря. Но тут тоже гранаты пошли. Нужно как подраться. Автотурель сейчас будет выставлена. Ну, от автотурели, конечно, надо отойти. Банша упала. 5 КСМ слил контрол братку. Но, так, вышел Рейвен. Рейвен здесь поможет сильно в обороне. Так, очень дохлые гелики остались, конечно. Хорошего здесь мало. Нужно с инвизом залетать прямо на мэн. Здесь чуть контрол остался, взял, все потерял. Но браток увел викингов, дали. Контрол висит, тут немножечко завтыкал, буквально секундочку, но это фигня. Я вот уже говорил вам не раз, ребят, никогда, никогда не стреляйте по рабочим с газа, если вы хотите похарасить. Ну, два рабочих продемеджил, не забрал, не, они также будут добывать. Он уйдет в газ и все, ни хрена не сделает. Вот сейчас можно было контролу залететь, так баншо это и развалить жестко, братка, что вот на мейне рабочих. Что просто бы было великолепно все, но контрол сейчас вообще не сконтролил, к сожалению. Так, у братка не понимаю, что у него забил-то, сейчас не понимаю. Так, реактор на барыку, третий цеха. Такое ощущение, что третий цех у браток закал только что тупо минералы потрачены, потратить, с которой он завтыкал, не потратил. Контрол уже почти готов в Steam, но продакшена маловато, при этом крадок.
Так, ну что, третья ЦСшечка. Братка готова уже. У контрола ничего не готово. У контрола что тут катать, что катались сейчас у него. Не понял, что-то катались юниты. Браток вообще в мех играет сейчас. Обратите внимание. Будет ли контрол выходить? Должен. Да, ты правильно, Крадок, понимаешь. Это десайдер матч. Браток едет вперед. Так, здесь один Марик, единственный, камни пробиты. Марика браток поймал. Сейчас щиты будут у контрола готовы уже. Будут гелики сюда заезжать, сомневаюсь. Минку браток копает и уходит. Так. А, либератор здесь. Как он больно Мариком делает сейчас, а? Просто семерых. Просто семерых. Чертов либератор. Надо строить туретку. Она кажется, что готова, но она еще не готова. Вот в чем прикол. Автотурели пошли от братка. Он наглеет, очень харасит. Мариками лучше не рыпаться. Сейчас автотурели закончатся сами. Всю контрол возвращает всю на добычу. Так, 130-100 по лимиту. Сейчас ситуация. Ну, контрола ЦЦ-шки третьей нет. У него расчет именно на вот эту атаку. Ну, кстати, у братка лимит-то такой, на самом деле, мясной. Здесь много мародеров. Если вовремя дропнуть танки... И вот этих хилбатов можно раскатить вместе с танчиками, залпами. Вообще очень даже неплохо. Но контрол что-то куда-то, ну вот он... Так, по медиваку залп. Скана нету. Вот пошел сейчас. Куда пошел, непонятно. Здесь тоже минка есть. Короче, везде у братка минные поля. Минус мародер. Ну все, и что теперь за минок двух отступать домой полностью, что ли? Скана еще одного нет. Вот что контрол сейчас делает? Я не знаю. Вот шел вперед. Че дальше-то не пошел, не понимаю. Чем больше меха, тем меньше шансов вообще что-либо там делать. Ой, танки уже появились тут в хорошем количестве. Зададим им жару! Улучшение завершено. Месторождение... здесь становится жарко. Так, что-то ты разбушевался, Грувмастер. Предлагаю тебе тормознуть немножечко. Так, гелики от братка будет. Выбивает контрол минк 139-170. Ну, потерял драгоценное время контрол. Просто я не понимаю, то есть ты двух баз строишь био против меха, не строя третью сэшку. Че взад вперед бегать-то? Нужно ж подраться когда-то. Контрол, ну, не может просто подраться. Будь внимательнее, сапер, ё-моё, что ты делаешь? Марик разминирует сам собой минку. Сейчас прикольно это было, выглядело очень даже. Так, ну все, теперь некуда зайти, это автогг. Так, почему Magic не стримит? Без понятия, вообще он его стримит, но сегодня почему-то нету. Это надо у него будет спросить. Вот, если будешь смотреть... Так, залп, ой-ой-ой, минус несколько мариков, одни автоматы остались. Короче, браток меняет позицию, просто контрол сверх позднюю третью цешечку ставит. Здесь еще все еще жива минка. Вот. Так, прилетают танки от контрола, залп пошел. От минки увернулся, молодец. Тут что-то браток пару залпов, и браток в мясо просто громит все. Контрол разваливается, отступает немножко назад. Ну а что тут уже сделаешь? Здесь уже ничего не сделаешь. Вот, так что не знаю, почему Magic сегодня не стримит, ребят. Будет стримить в ближайшее время.
может, пренебрег, типа, челленджер, там, не самые матчи, как бы, нормальные. Не знаю, занят, наверное, чем-то. Так, здесь минус этот, Хелбат. Ходит, ходит, контрол что-то. Какая-то ходилка-бродилка у нас просто реально. Я не знаю, это больше какой-то РПГ. Это какой-то РПГ напоминает, блин. Но уровни не дают контролу. Он ходит, тут крипа-то нету. А браток он отстроился. Браток сидел, вот он, у него 200 уже тут меха. Оп, все в сич, контрол ушел. На дальше, если не, ну браток так рано или поздно сюда дойдет, конечно. Но нужно двигаться, что-то браток встал и не идет вперед. Так, цеху уже на 9 у братка летит. Че браток-то ждет, тоже не понимаю. Ну, туретки, ну, в принципе, братку, чё, туретки все в мейны, все вообще так, как бы. Понедельник обычно не стримит, выходной у него. Блин, прям буржуа, ё-мо, а я-то чё? Этот, что ли? Круглосуточный стример. ГГ, пишет, контрол, браток, пришел. У меня вот чё-то такого нет, чтоб стабильно когда-то выходной был. Охренеть можно просто. Раз в месяц там денёк куда-нибудь это чё-нибудь троллевали, и всё. Пока не станет, на самом деле, стримит Magic в понедельник, его все пришли из Грелла и Лайфенги шли. Всегда. Ну что, ребят? Ну что, ребят, пора вырубать задержку. Что там у нас? Алима Лига идет, в принципе, как бы. А, Корсар Кап, точнее, идет у нас. Можно его чуть-чуть перестримить. Не знаю, кто там играет, правда. Так, Супер Ютермал, Лайфкин. Чуть так интересный составчик там, я смотрю. Останавливаю стрим. Сейчас вернусь, ребят.